Всем доброго утра. Мы его встречаем вот так, потому что сейчас будем записывать новогоднее поздравление для вас. Поэтому нарядились. Сейчас Юра тоже выйдет. И мы, наверное, сядем где-нибудь в елочке или где-нибудь здесь. И поздравим вас с Новым годом. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Мы очень благодарны за то, что вы весь этот год провели с нами. Надеюсь, вам было интересно, познавательно и, главное, весело. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, счастья, всего самого лучшего в новом году. Пусть ваши близкие и родные всегда будут рядом, все будут здоровы. И, главное, не падайте духом. Все будет хорошо. С Новым годом! С Новым годом! Так, мы позавтракали, сейчас возвращаем все на место здесь, красоту наводим. Сейчас мы карниз прикрутим обратно, повесим наши шторы и займемся балконами, наверное, наверху. Там вытащим гриль, а может быть, какие-нибудь сиденья. Вроде дождя сегодня не обещают, надеюсь, все будет по плану. Чтобы понять и высоту, и уровень. Юрий Алексеевич. В преддверии Нового года. Возвращает все на круги своя. Прекрасно вчера покрасил стенку. Вообще, красавчик просто. Как будто вот ничего и не было. Ну что, ребята, все. Мы успеваем. 31 число. Все на месте, все вернули обратно. Все прикручено, все покрашено. Красота! Точно? Да. Едет гриль. Та-да-дам, та-дам. Так, осторожно, не наезжайте. Едет, едет, ура! У нас будет мясо. Что-то знакомое. Так, у нас тут Юра. Юрий Алексеевич, как там гриль себя чувствует на новом месте? Слушай, а может его сюда куда-нибудь поставить, чтобы поближе нам было? Пока что. У нас же тут не занято. Мне кажется, можно его сюда прикатить и ходить удобнее, быстрее добираться до него. У нас все в процессе накрытия стола. Стол номер раз. Здесь будет стол номер два для детей. У нас тут... Ой, кстати, вот эта вот фотозона вообще прекрасная. Чего мы ее не использовали? Давай. Не, не надо. Во, вот так. Напрямую. Иди сюда. Леша сюда. Леша, давай, иди сюда. Да, Леша. Пришло время делать тарталетки. Сейчас уже гости на подходе, нам еще надо салаты замешать. Мне, в смысле, не нам. Икра лососевая, красная, в ассортименте. Лосось. Прекрасно. Да, она будет детям. Тарталетки. Еще ничего не пили, а уже заговариваются. Вот так вот выглядит. Оливье уже замешивается. Все в процессе. Ребятушки, мы уже почти... На финишной прямой. Мясо тут будет, еще какие-то куча, миллионы закусок, которые девочки принесут. Я не знаю, куда мы их будем ставить. Как Надя сказала, будем ставить на голову. Кто-то уже проголодался, сидит, ждет. Да, Леша? Ага. Ты уже кушать хочешь? Нет, я жду. Ждешь гостей? Или кого-то конкретного? Кого ты ждешь? Ты знаешь. Кого? Ты знаешь. Ну скажи, подписчики-то не знают. Кузя. Кузя ждешь? Кузя ждет ребенок. Я тут нарядилась, тоже смотрите. Правда, без каблуков, в тапочках. Но так пока удобнее. Алеша, как тебе мой наряд? Нравится? Да, скажи, иногда же маму тоже надо в таком виде видеть, да? Мы в ожидании, ждем. Лампу не убирали, потому что будем фотографироваться. Чем мы зря такую фотозону тут устраивали. Леша уже отфотографировался, да? Да. Я красавчик. Жду. Ты ждешь Кузю, все понятно.
Ой, уже хочется есть, потому что мы с самого утра ничего не ели. Вот, понимаете, если мы еще и в этом году ничего не поедим, то можно сказать, что не ели с прошлого года. Вот, наконец-то у нас тут. Так, гости на пороге. Да, там еще есть. Привет, что он боится зайти? Нарядная какая, в тапочках. Да. У нас тут еда пожаловала, всякая разная. Ой. Надя тут чего-то принесла, кучу всего. Привет, 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 сиди, сиди. Стой, стой, стой. Боже ж ты мой. Держи его, Юра. Да, я тоже тебя рада видеть. Тоже рада. Так, спокойно. Все, Кузя, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно. Хорошо. Да, ставь куда-нибудь. Может быть, вот туда чуть-чуть, может. Да, только вот эту не снеси. А он туда поставь. А то у нас тут еще будет. Не подсматривай! Не подсматривай! Это не тебе все равно. Так что. Все мысли во мне мой, но я уже его складываю, хорошенько, потому что вы знаете, что я буду. А ты это под елку не клади вот морковку. Морковку не надо, не надо. Мы как-нибудь это. Мы как-нибудь ее уничтожим заранее. До Нового года. Кузя, Кузя рад. Все, успокоился. Молодец. Ты сходи с ним вниз, чтобы он знал, что вниз тоже можно идти. Иди, сходи с ним. Прекрасно. Это чтобы она сэкономить место там. А, рад тебя видеть. Хвост. Не говори. Ты помнишь Макса, да? И воскресенье. Это что такое? Это такой вечный календарь. А, это пазл? А, да, ну тебе как пятнашки. Ты знаешь, казалось бы, да. Ну нет. Ну нет. То есть надо таким образом, то есть надо заполнить, вот как бы, чтобы все. И каждый день это будет по-разному. Ага. У них ругается, у него не получается. У меня получается. У кого не получается? У меня не получается. Я собрал два раза. Да, я тоже два раза собрал. Вот, короче, если хочешь, можешь поиграться. Весьма занимательно, я тебе скажу. Кажется, что с полпинка ты не будешь делать. Потом сидишь как дурак, блин, полтора часа. Ты скажи мне, вот это вот все можно перекладывать? Ну, я думаю, что нужно. Послушно, мне как-то... Ты сказала, как бутерброды, я бутерброды, мы объединимся. Посмотрите, эта женщина разошлась на всю катушку. Я не разошлась, я замужем. Я замужем. А муж об этом знает? Разошлась, разошлась. Кузю загоняете, он сейчас вырубится от ваших эмоций. Что ты делаешь? Ну-ка расскажи нам. Надежда у нас сегодня массовик-затейник. Ну, хорошо, у нее амплуа такое. Что поделаешь, Надя, смирись уже с этим. А, кстати, у нас такие тоже стаканы есть. Я, в общем-то, не страдаю. Не страдаешь? В общем, у нее тут всякие атрибуты. О чем мы, кстати говоря, можно нам свет включить? Чем мы тут в темноте? Вот еще мешки. Нам же свет нужен. Вот, внезапно туалетная бумага. Очень полезная в обиходе вещь. Муж мастерил. Вот эту. Ну, если сильно крутить, ох, вот. Да, если надо просто предупредить, крутить. Что надо сильно крутить. Да. Тогда... Интересное? А если чай делать? Ну, ему надо там все сложить так, чтобы можно было... Чтобы потом... остался декабрь. Декабрь 31. И воскресенье. А все остальное заполнено, чтобы три дырочки осталось. Кузя. Круть. Три пустых квадратика. О, я говорю, это прямо до... Аж до противного кажется простым. А на самом деле... Ну, оно не кажется, потому что вот такие вот... Да, мне прямо оно казалось прям простое. Я думаю, елки, ну, такая ерунда. Это вода и культура. Ну, да. Кузя. Такая бедитесса. Кузя. А, нет, тебе же надо, чтобы представилось.
А, подожди, ты же как-то правильно положил. Ага, ага, ага. Да, последняя обычно. Да. А тут должно есть у тебя, смотри. Вот так вот сюда вот эту поставить. Не-не-не, вот эту поставить. Не, не влезь. Не влезь, понятно. А, уже не влезь. А, тихо, я. No, you can't. Нет, Аля, надо же закрыть. Ну, может, какие-нибудь вот эти надо переложить. Ура! Шампанское. Ну, он, короче, пока он не сделает, он... Я туда не уйду. Ну, мы его посадим на диванчик, видите, с этой штукой. Я боюсь, что к полуночи придется новую головоломку решать. Да, к полуночи придется первое число делать уже. Успеть бы. Кого успеть? Ну, это сделать. Если не успеет это, начнет следующий. Да. Ура! Ура! Начнем. Вопа! Да. Начнем. А мне тоже дай. Тебе? Нет? Ура! С наступающим! Где-то уже наступил Новый год. Да, мы уже сегодня утром поздравляли. Я весь стрим слушала. Да, Новый год. И вместе со всеми. В Казахстане тоже мы уже завтракали. Ой, кажется, стучат. Вот здесь. Они... Ты смотри, но стоило налить. Угу. Куся опять будет. Да, 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 вот так вот. Да он не убежит. Он просто рад, всех рад видеть. Не бойтесь. А Таля платье принесла. Слышь, Серега, я говорю, они все не идут, мы только налили. Сразу вы пришли. Там еще есть. Из мешка. Обалдеть! Ничего себе! Тут еще торт. Следующий ингредиент нашего марлезонского балета, посмотрите, еще эклеров. Аля сказала, тут 50 штук или сколько их тут, я не знаю. Торт, еще эклеры, обалдеть. Придется вам тут неделю жить, Серега. Неделю? Ну, как-то надо будет это все есть. Ну, не знаю, нормально. Вон, мальдовские жили, ничего. А сколько? 5 дней, которые никто не забудет, особенно Леша. Леша? А, потому что он же, видишь, контент же ему нужен. Ну, мы его сегодня тоже, Лешу Шульман, мучили. Мы возле телевизора же. Мы возле телевизора. Ну, так им тут тоже вариантов других нету. У них-то тоже других вариантов нету. И каждый день спрашивал, вы когда уедете? А вы когда, говорит, уедете? Господи, кто хорош. Не надо здесь прыгать, Леша. Прыгайте в другом, подальше от наших стаканов. Он, да, он тепленький, да, очень. Собака не дрожит. Собака. Он прям реально горячий. Подожди пару часов, они, будешь делать 1 января. Они вместе собирали. Ой, молодцы. Один мозг хорошо, а два еще лучше, правда? Пару часов. Good job. Будем собирать 1 января. Смотрите. Молодцы. Да, ваш дженюри будет в 12 часов. Следующая задача через 5 часов. Задача такая. Понедельник, 1 января. Ну подожди, еще рано. Пусть пока постоит. Нормально. Спасибо. А может они заранее начнут? Да, если сейчас начнут, это календарь. Да. Это календарь и пазл на каждый класс, да? На Рождество. Класс, это интересно. А мы же не сказали, в тапочках приходил. Смотри. Ты смотри. Для образа. Чтобы равновесие было легче держать, да? Сейчас, подожди, она сейчас пройдется. А подожди, а как насчет... Можешь это... Жалко. Смотри, вокруг. У нас есть лампы, 3 штуки. Как насчет любой лампы? Выбирай. Ёлка, Аля, ёлка. Подожди, а у меня же еще куча этих штативов есть. Шутка, иди сюда с нами пить шампанское, а то это... Давайте, чокнемся. Да. И можешь развиваться. Ура! Не так вообще, в общем-то, девушка у нас. Ты с нами, да? Снимаю. Ой, ты с нами, да? Дорогой. Не, надо, ты с нами, нет. Да, он выглядит своих это. Лохматому не наливается. Все, ему уже хорошо. А я же говорила, что он сейчас... Пузико ему погладь, пузико погладь ему. Кузя, ложись, Леда, пузико погладь.
пузико погладь его. Нас еще люди спрашивали. Животик, животик. Мужчины с берега до берега. Я говорю, мы вообще временами забывали, что с нами собака едет. Угу. Просто даже это... Как ты себя вел? Да, он лежал себе, спал. В багажнике был большой? Нет, не в багажнике. Не специальное, типа автокресло. Корсит. У него такой собачий корсит. Так, все, мы начинаем банкет. Давайте, уже есть. Уже, смотри, уже 7:30. Да, потому что мы хочу есть. А мы еще не ели ничего. А, по-моему, я уже рассказал. Та-да-да-да. Торт будет на фотосессии. Я даже не знаю, где мой вообще валяется. Где-то валяется. А я снимаю, как Надя снимает торт, и как Аля фотографирует его. Какой классный, да? Аля, что за торт? Внутри. Шоколад, просто шоколад, шоколадный крем, потому что дети любят шоколад. Это просто. Да, наш тоже. Красота. Что у нас тут? Наверное, да. Сейчас мы будем жарить бургеры, мясо. У нас продолжение марлезонского балета. Что у тебя, кузи, мясо аккуратно перепало, да? Аккуратно. Молодец. Хочешь, да? Давай, вот так вот на чистку. На ладошку. Аккуратно. А в другой? А, все, говорит, больше нету, что ли? А вот эти тут шахматы. Толстый, худой. Мне кажется, вот этот толстенький довольно. Обрезки. И вот этот, да, толстенький. Я вот сюда вот ставлю, и, наверное, вот в этот. Самый маленький. Ой, красота, наконец-то наш гриль снова в деле. И причем я его так хорошо отмыл, что вообще к нему не прилипает ничего. Мясо. Прекрасно, чудесно. Наши рибайчики жарятся. Ой, ничего себе, сколько у тебя. А сколько положено призов, ты, я не поняла. О, ничего себе. А Кузя не съест приз? Не должен. Но это не точно, да? Кузя, никогда не знаешь. Точно это или не точно. У нас уже дошло дело до туалетной бумаги. Да, да, да. Ты готовься, готовься. Сейчас будешь по туалетной бумаге возить бухличко. Давай, репетиция. Смотри. Мне кажется, надо еще больше воды налить. Надо больше, что она не проливается. Не проливается, потому что бумага у тебя качественная, трехслойная. У меня плохая бумага. Слишком хорошая. Слишком хорошая. Да, надо сильно больше. О! О. Оторвалась. А, оторвалась. Она должна приливаться и рваться. Да-да-да, и рваться. Но для какого приза она у тебя остановится и порвется бумажка? Тут приз не возьмешь. А, серьезно? Да. Тяни. Да, так же она была, уже порвалась. Значит, она правильно. Нет, давай. Это тестовая версия. Слушай, давай. Тестовая версия. Тяни. Не то налито. Аля. Аля тянет, смотри. У меня все поменьше. Аля, у меня все тянулось нормально, Наталья видела. Мы тут столько бумаги перевели. Давай еще раз. Вместе с Надей тянем. Тяни. О, процесс пошел. Наворачивай, наворачивай. Сейчас подожди, она это. Мам, я тебе помогу. Не надо, подожди, Игорь. Так. Оба. Это значит тебе. Приз достается номер один. Ура! Сейчас, Игорь, тебе тоже сделаем. Что тебе досталось? А, киндер-сюрприз. Классно. Это не подарок, это подъем. Это просто приз. Тяни. Конкурсы тут. Тут у нас игра такая. Надо вот так вот. Сейчас, подожди. Возле которого у тебя бумажка порвется, тот тебе достается. Тот приз тебе достается. А тут, там хуже, тут получше? Мы не знаем. Нет, это рандомно. К сожалению. Оба. Вот этот приз твой. Бери приз, аккуратно, не сверните. Давайте, пацаны. Я люблю козы. Я должен быть.
Тоже киндер-сюрприз достался? Тут еще киндер-сюрпризы. Давай, давай. Так, Валя тоже хочет. Сейчас все, сейчас все поучаствуют. Ой, а почему? Знаешь? А, чтобы не помешало. Да, чтобы... Вот нужно намотать вот так. Даня, давай, ваша... ты там... Нет. Чтобы водичка не пролилась. Когда водичка прольется... Надо было сначала прощупать. Если нет, водичка, нельзя щупать, я не разрешаю щупать. Призы нельзя щупать? Нет, нельзя. Какая если жалость. Или бумажка порвется, или водичка прольется? Бумажка порвется. Если водичка порвется... Смотри, там, короче говоря, это тест называется на то, насколько у нас ровные полы. Где стыки? И крепкая бумажка. И крепкая бумажка. Ну, бумажка мы поняли, что это достаточно. Это призы зарабатывает. Тебе становится бокальчик? Ой, мне кажется, я буду остановиться. Ну, это он выглядит. Там, где порвется, там тебе... I feel like the floor has been wet before. Ну, ничего страшного, вытрем. I feel like the floor has been wet. Если вода разольется, то бумажка просто не порвется. Понимаешь? Это туалетная бумажка? Она всегда порвется от воды. No, it's like something to cover. Ну, давай, сейчас посмотрим. Да, видишь, она начинает рваться. Сейчас, Даня, ты проверишь, все призы профукаешь. Слишком хорошая бумажка. Слишком хорошая. Слишком хорошая. Или в камере, чтобы порвалась. Да-да-да. Ты в руках держи. Верно, делай. А мне не хочется стакан-то покинуть. Ничего страшного, это бокал, который Тане не жалко. Да. Тане тебе жалко или бокал? Нет. Не жалко. О! Я думаю, что, наверное, вот этот. Я решаю. Пускай возьмет. Да. Ура! Так, теперь надо сдвинуть, да, как-нибудь, Надь? Ну, а следующий ход. Призы. Сдвинем? Нет. А, вот так вот, так и оставим? Давай, если сильнее остановится, то это значит ничего. А, да? Да. Ничего себе, тут усложнение. Да. Поехали. Что тебе досталось? В русском магазине. Да. Давай, Алекс. В русском магазине. В русском магазине не очень законно. I feel like it's all the same. Нет. Да, они разные. Они разные. Игорь, подожди. Он пытается тебе помочь. Давай, Леш, не бойся. Давай. Короче, это игра. Нет. Нет. Если бумажка не порвется, то... Леша, если тебе просто прогнать бумагу, скажи сейчас, чтобы получить приз. А как можно ее порвать? Ну, как-нибудь. Она должна порваться. Ну, где она сама, там будет приз. Имеется в виду в любом месте? Намокнет и порвется. Давай это, ты приз не хочешь, да, походу? А как ты потом его порвешь? Это же рисково. Давайте посмотрим. Можно будет развернуться, да, и в обратную сторону поехать. Нет, она, если ты будешь неаккуратно душу тащить, то она водичка... Закручивай. Мама, побольше. Конечно. Алекс, ну хотя бы воду разлей. У нас очень аккуратные дети, плотная бумага. Блин. Надо было брать другую бумагу. Hold up. Дешевая бумага из Голдена. Ой, Алекс. Ну, все. Считай, Леша, приста, давай. Теперь разворачивай. Не, подожди. А, что, она прорвалась? Нет, подожди. Леша, теперь разворачивайся и в другую сторону. Она разлилась? Отлично. Боже мой, как это было. Ну смотри, как аккуратненько это протащил. Мне кажется, надо, да, чуть подлить. Так, что, кто? Ваня будет. Что это? Это конфеты очень вкусные. С вафлей. Попробуй. Вы можете меняться, с другими можете поменяться. Попробуй сначала, потом. Это очень вкусные конфеты. Да, Мишка косолапый. Мишка косолапый. Все хорошо, ты. О!
Все хорошо, Ваня, не переживай. Пока мама не видит, все равно приз мы тебе сделаем. Да, да, да. И теперь он тебе тяжелее, да, стал? Это там мокрый, мокрый. Максим, давай. Да вообще, косолапые. Мишки, давай. Надо тянуть это и порвать, и разлить напротив пакетика. Ну, она тянуть, она разольется. Где она разольется? На себя потяни. Подай, размотай бумагу до себя. До себя бумагу размотай. Possible, possible. Аккуратно, аккуратно, Максим. Ты поменялся, что ли? Ой, Леша, Леша. Да? Я потеряла. Давай, Макс. Дети, чего вы такие аккуратные, блин? Можем быть, когда хотим. Такие вообще, да, вот. Максимыч. Ну, наконец-то. Ты бургер съел, да? Максим, давай, я в тебя верю. Самый лучший приз. Ты куда на щечку нет? Еще же надо выдержку. Дай мне еще можно еще. Выдержку надо иметь. Они уже съели. Мы можем еще продолжить. Ой-ой-ой. Теперь давай, тащи. Теперь тащи. Молодец. I think I got this one. Yeah. Надя решает. Да, да, да. Я Надя решает. Надя согласна. Что-то у тебя там много? What did you get? You just got water juicing. Сейчас Максим это Вова выиграет какие-нибудь конфеты, которые он не ест, и поменяешься. Да, можно поменяться. Да. Хочешь, я что-нибудь выиграю для тебя, сыночка? Что, вкусно? Mm-hmm. Ты не это. Ты все съел уже? Господи. Давай, Вовчик. Аккуратненько. Поделись с Максом конфеткой, Лёша. А то ему достался сок. Он тебе сок отдаст, да? Файн. Лёха сам обменялся. Нормально. Ну, Лёха зря поменялся. Мне тоже так нравится. Не понимает своего этого. Вообще не понимает. Да, в принципе, любые. Они, Мишка косолапый, в любой фирме вкусный. Вот честно, в любой. О, давай, Вова, давай, давай, молодец, ура! Вова точно напротив конфет каких-то даст это, да? Что там? Игорь хотел Кэнди Кейн? Так, давай. Ой, ну что такое? Я не поняла. Камон, New Year, guys. Давай вот отсюда. Давай вот отсюда поедем. А, чтобы не было таких же хитрецов. Да, 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 да. Ой, ну слушай, нам далеко ехать до следующих призов. Ничего. Давайте Кузя будет помогать. Деля, поедешь? Я? Да. А ты же не играл. Давай. Я что, поехал? Что там, деньги? Деньги. Так. Денис, я в тебя верю, ты справишься. Денис, тебе что, ничего не достается? Ну, мама! Ну, мама! Все должны получить приз, мама! Ну, мама! Вот, ну, слава Богу! Что там? А, трость. Так, ну, тогда попробуешь ты подъехать на самый последний. Давай. Я там поближе поставила, не там будет красиво. Так, Таня, давай ты это сделаешь, давай. No one's steady, wins the race. Давай, Тань. А мне нравятся эти конкурсы. Есть еще конкурсы? Есть? Я старалась, есть. Ага.
Давай! Вы сложите! Надо с большим. До пакетика еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Показывай миллиметраж. Приближенный кадр. Давай. Ну все, ты уже выиграла приз, можешь рвать. Я пытаюсь рвать. Тяни. Теперь легко прыгнуть. Да, нет. А ну, порвалось. О! Что-то огромное. О, что-то большое. Деньги! How much did you get? Что ты говоришь, мне выиграла? Никогда не знаешь, какой подарок попадется тебе. Вы понимаете, сисал, дарк, шоколад, Надя. Как раз, да, нам подойдет. Тут уже мясо готово.